You said your doors are always open. Always open. А мы можем поснимать в женских раздевалках, когда они уже будут работать? No problem. Just come 3 a.m. when there is nobody inside and you can film everything. With girls there now. Okay. Я делала один раз фотографии девочки в кимоно. Сделала, довольна, отправляю ей. Она говорит, классно, только вот женщина на заднем плане. Там стоит такая тетя, голышом. Пришли мне эту фотку потом. Хорошо. Мы просто любим фотографии девушек в кимоно. Прошло достаточно времени с того момента, как мы заходили в гости в реконструируемый Ludus дом. Настало время пройти посмотреть, чего там нового. Несколько дней назад здесь еще проводились тренировки по бразильскому джиу-джитсу, боксу и кроссфиту. Сейчас здесь нет ничего. Ну как ничего? Наверное, вот эти стройматериалы имеют какую-то ценность, но спортсменам здесь делать нечего. Пойдем поищем, где проходят тренировки по джиу-джитсу в настоящий момент времени. Кажется, нашел. В этом зале буквально недавно мы видели разруху. Видели четыре стены. Сейчас все выглядит несколько иначе. Это у вас временное убежище? Здорово, да. Потом переедем вот туда. Все будет одно большое татами. Расскажи еще, какие новости здесь будут. Что здесь будет по-другому? Или ты не в курсе? Тут будет татами. Тут будет большой октагон. Вот ту стенку снесут. Там будет здоровый октагон, здесь будет ринг. Сейчас не слышно было, а здесь что будет? Ринг, вот этот вот. Он здесь уже есть? Ну да, наверное, его куда-то подвинут, я не знаю. Там еще будет зона для сайклинга, как раз для кардио, очень важно всем джитсерам. Что такое что? Сайклинг. Это когда много велосипедов, под музыку все крутят педали. Под музыку крутят педали? Ну, крутая тема, для джитсеров очень полезно. Кардио и дыхалка. Ты пользуешься? Еще пока нет, велосипедов нету. Еще будет йога на этих самых, на гамаках. Гамма-йога? Гамма-йога, я не знаю, как это для джитсеров, но должно быть круто. Ну, они висят, и все на них висят. Спион, да, BTJ Fix спион. Мы тут с друганом наблюдаем за тренировкой. Хороший парень, молчаливый. Негр. Деда, а почему теперь, собственно, зона борьбы находится здесь, а не там? Because we are doing the remont by steps. Now it's the step in which what you knew before, like fighting area. Now it's gonna be prepared for the equipment, trainer and so on. So while it's preparing, this will be the striking zone. Here we are gonna have the ring, plus punching bags and so on. Actually one of the two striking zones that we plan to build. And the dojo is gonna be downstairs, the whole dojo. But guys need to train. So while we are in this remote, we move according to where the remote is going, then we move. But soon it's gonna be over. And where is the CrossFit zone now?
Actually, the CrossFit zone, we have a limit in CrossFit. We have just some classes of CrossFit when we have area near the trainer area. So until that area that you knew before of CrossFit is ready, because now it's on the remote, as you saw. А насколько большой татами будет в законченном виде Лудус дома? 300 метров квадратных. 300 square meters. Километров? Метр. 300 square meters. And white. And white, like Лудус, with Lugos logo, with Allianz logo. Там, кстати, бассейн, он старый, он останется. Я теперь хожу после тренировок плавать. Фотки есть? А? Фотки есть? Нет. Блин, в следующий раз пойдешь в бассейн, сделай селфи. У меня не водоустойчивый телефон. Да, ты до того, как в воде побываешь. Ты можешь сделать селфи из женской раздевалки. А, в принципе. Это опасно. Говорят, если прийти в спортзал и не сделать селфи в зеркале, то удача отвернется от вас. Но с бицепсами как-то не сдалось. Within the 6 years that I've been in Russia, I built a very good network of private students. My money doesn't come from my group classes, my money doesn't come from competitions. The other way around, many people think I get money, I put my money in the competitions many times. You organize competitions, you know, they are not profitable.